Во Дворце спорта имени Александра Винокурова прошли финальные игры Кубка Федерации по хоккею. В республиканском турнире принимают участие юные хоккеисты. Возраст игроков 14-15 лет. На лед вышли команды из Петропавловска и Шымкента. Игра с самого начала выдалась довольно-таки напряженной. Хоккеисты друг другу не уступали. Хозяева льда старались первыми открыть счет, но быстрее получилось это у соперников. Настроившись на победу, они стремительно начали атаковывать ворота североказахстанцев. Первая шайба со стороны гостей открыла счет на табло. 0-1. За напряженной игрой следят и болельщики. Они верят, что наши ребята достойно ответят. Хорошая игра. За кого болеете? За Кулагер, за внука Назарова Таира. Кулагер, игра очень агрессивная. На победу надеетесь? Очень. Всего в республиканском турнире принимают участие 8 команд. По словам руководителя детско-юношеской спортивной школы имени Казбека Байболова, хоккеисты хорошо подготовлены. Команды друг другу составляют достойную конкуренцию. В нашей области все больше и больше популяризацию набирает хоккей с шайбой. На сегодняшний день проводится много чемпионатов области. Кубки Федерации, детские команды принимают участие, играют, в том числе и Кубок Акима области. Сегодня вот состоится у нас финальная, можно сказать, решающая игра. Именно за первое место, там по очкам уже будет определяться, кто будет победителем. В планах петропавловской команды попасть в молодежный состав сборной. Для этого надо хорошо потрудиться, говорит Владимир Щербаков. Впереди у ребят много различных турниров. Ляшара Шимов, Ринат Шамшутдинов, МТРК.